Яко сам Спаситель наш, сопредветую Своей Матери и святыми ангелами, и всеми святыми своими, везде приидя, внушая исходящие от Тебя словеса, да и да придет судить и живым и мертвым, воздаст Тебе, не по ему же им аж обещать и исповедать, но по ему же, аще сохранишь, я же исповеси. Тем же ныне, аще воистину приступаешь и к Богу, со всяким вниманием отвечай нам, против их же нами вопрошен быть имши. Вольным ли своим разумом и вольную ли своей волею приступаешь и ко Господу? Ей Богу содействующий честный очи. Не от некие ли нужды и или насилия? Не честный очи. Отрицаешь ли ся мир и сущих в мире по заповеди Господней? Ей честный очи. Прибудешь ли в монастыри сием, или в нем житии от святаго послушания повелено будет, и в постничестве даже последнего твоего издыхания? Ей Богу содействующий честный очи. Сохранишь ли ся в девстве и целомудрии благоговении даже до смерти? Христос невидимо здесь предстоит. Вишь, яко никто же тебя принуждает прийти к всему образу. Вишь, яко ты от своего призволения хочешь обручение великого ангельского образа. Ей честные очи от своего призволения. Возьми ножницы и подашь меня. Возьми ножницы и подашь меня. Возьми ножницы и подашь меня. Все от руки Христова приемлешь и я. Вижь, кому обещаваешься, и кому приступаешь, и кого отрицаешься. Благословен Бог, хотя всем человеком спастися, и в познание истины прийти, Сы благословен во веки веков. Монашество – это тот дар Божий, пользуясь которым человек может вот взойти на эту христоподобную, богообразную высоту голгофскую и приобщиться к тому совершенству, которому призван каждый из нас. Отцы ее воспринимали, конечно, как здравницу, лечебницу, по современному языку, больницу, куда приходят люди не только несовершенные, но и страждущие, и больные, чая исцеления. И начинается наше покаяние, которому призван всякий христианин, с отрицательного акта. Это нельзя, то не положено, туда не ходи.
этого не говори, это не ешь. И с точки зрения людей нецерковных, неверующих, монахи есть самые бедные и несчастные люди. Но не так это на самом деле. Как говорили отцы, что если бы мир знал то блаженство, которым утешает Господь избранных своих, вот, монашествующих, то весь мир отвергся бы от всего яжемирии и последовал бы этому блаженному призванию. Яко била си помощник мой, и в крови крыла Твоя возрадуйся, прилипе душа моя по Тебе, мне же прят десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки Вот и из мира — это всегда божественный зов в человеке. У него он начинает задаваться вопросом. То есть он, ему не хватает того, что ему дает действительность, и он ищет что-то большего. И тогда Господь ему или дает человек, или книгу, где он может прочитать о православии. Когда он узнает о православии, что соединение с Богом или о приближении к Богу, то так или иначе он понимает, что удобнее всего сделать это в монастыре. И ими же весь судьбами, как говорится, то есть своими ведомыми судьбами только единому Богу, Бог его в монастырь приводит. А здесь он уже начинается его очищение, то есть познание себя, своих собственных страстей. Человек, который хочет себя испытать в монашестве, он как паломник приезжает в монастырь или к нам на Валаам, или в другой, и живет с братьями, трудится вместе с ними, но не считается членом братства, не носит монашеские одежды, испытывает себя, примиряется, и его испытывают духовники, старшие на послушаниях. Если испытание это заканчивается с обоих сторон благополучно, у него есть возможность у этого человека вступить в братию. Ему благословляется носить подрясник, становиться в строй вместе с братьями и участвовать во всех так, братских молитвословиях, действиях. Вот. По прошествии еще какого-то периода времени, обычно это несколько лет даже занимает, он продолжает свои испытания и испытывает опять-таки и обстоятельства жизни, и монастырь, и себя, и его тоже испытывают, смотрят. Если он оказывается крепким, мужественным и настойчивым в принятии своего решения, да, ему предлагают уже
принять постриг. Иногда это бывает через иноческий постриг, иногда сразу его постригают мантийные монахи. Но он уже дает определенные обеты во время таинства пострига, обеты послушания, воздержания, целомудрия. Самые главные три. И уже вот начинается у него настоящая монашеская жизнь. Если он эту жизнь проводит успешно, то в конце этого пути у него есть возможность принять великий ангельский образ, то есть получить постриг в схиме. Считается, конечно, что первым монахом была Божья Матерь, которая заключила в себе всю глубину этого подвига, к которой стремится всякий монах. Другие говорят, что предтеча был тем уединенником, молитвенником и постником. Историки говорят, что начало такого жительства в церкви по Вознесению Христовым положил апостол Марк, который был послан по жребию в Александрию, в Египет. И там появились первые христианские общины, в которых, как описывается в Деяниях апостольских, никто не имел ничего своего, все жили в этом таком нестяжательном духе Христовом. Но официально начало самого института монашеского, как учреждения свыше, мы все же считаем, что это было в житии преподобного Пахомия Великого. И во всяком храме афонском иконографически вот, символизируется, когда заходишь с левой и справа от входа в храм, изображается слева преподобный Пахомий, который находится еще в мирской одежде, а справа предстоит ангел Божий, который надет в схиму монашескую одежду, и он указывает перстом своим на куколь, который надет на его голове, и держит в другой руке свиток, на котором написано «О сем образе удобно спасешися». То есть, шествуя этим путем, этим жительством, проходя свой подвиг по этому образу, ты сможешь удобно настигнуть то совершенство и то спасение, к которому призван человек. Слушание – это как отсечение своей воли. Это не как там колка дров или там
выпекание хлеба или перетаскивание мешков там. Течение своей воли, то есть самое главное, то есть самая проблема человека – это эгоизм, то есть это творение своей воли, так скажем. Вот. Потому что все считают себя как бы умными, для чего-то достойными. Вот. Поэтому человек, когда действительно вот идет по этому пути, об этом Иосиф Исихаст еще говорит, что для монаха главное спасение – это послушание, а для мирян – это молитва. Само слово говорит само за себя. Послушание, слушаешься. Но главное к этому относиться духовно. Потому что послушание, ведь это не чисто физический труд, а ты послушаешься, выполняешь любую ту работу, которая тебя благословляет. Вот это и есть послушание. В буквальном смысле послушание. Не чисто как специализированная работа, а послушание. Ну, без молитвы, без церковного богослужения, послушание, конечно, оно как бы не совсем полноценно. Оно не может принести той духовной пользы, если ты сочетаешь смиренное послушание, то есть усердно несешь послушание с молитвой, ходишь, причащаешься, исповедуешься перед своим духовником, ты открываешь свою душу, как перед Господом. Любое послушание, оно несется со смирением. И, конечно, с молитвой, уповая на Господа, что на все воля Твоя, Господи. Вот поставил меня сюда игумен на это послушание, в этом благочине, значит, воля Твоя. У нас монастырь большой, у нас послушания очень много. Послушание есть в гараже, послушание – столярки. У нас есть токарная мастерская, кузница есть. У нас большие сельхозугодья, очень большие. Ферма какая у нас большая. Храм. У нас собор очень большой, трапезная не маленькая, очень большая. Нужны церковники, пономари. Очень много работы. Послушание хватает. И будут люди приходить, и будет все время находиться новая работа для них. Потому что сколько будет людей, столько будет работы. Отец Давид благословил на это послушание в августе. В данный момент мы в основном только два способа изготовления свечей используем. Это литье в трубке и с помощью барабанов делаем свечи. Вот. На барабане там мы можем делать свечки там где-то сантиметра сколько? Полтора. Ну, в диаметре. Полтора сантиметра, а самая тонкая там, ну, может, миллиметр. Самая тонкая свечка. Вот так вот. У всего, вот, что вот в монастыре делается, один смысл, чтобы это перед Богом делать. И все. Христе, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного. Хлеб мы печем по старой технологии, как вот раньше на Валааме пекли еще до революции. Раньше везде пекли хлеб квасной, на закваске. Приготовляется он из хмеля, сахара, делается опара, потом настаивается. Потом раскладываются формы, и так вот выпекается этот хлеб. Ну, в принципе, этот хлеб, он не только считается древнерусским, вообще он
В древности все хлеб пекли на закваске. Как вот и Господь говорит в Евангелии, притчу приводит, что женщина взяла закваску и положила в три меры муки, пока не вскисло все. И отсюда видно, что этот хлеб еще и в Ветхом Завете пекли. Как вот в Ветхом Завете тоже есть приношение из пресных хлебов, есть приношение из квасных хлебов, из квасного хлеба. Вот и мы, слава Богу, печем бездрожжевой этот хлеб на закваске. Он полезный для здоровья очень, в нем очень много калорий. Говорят, 600 калорий, а в том 200 с лишним. Поэтому от него и больше здоровья, и больше силы, желудки у братьев не болят, как бы он переваривается лучше. Ну и слава Богу, что Господь вразумил у нас так вот печь. Приготовляется пища, конечно, в мире любви служащих при трапезе. То есть то, что сделано с любовью, всегда оставляет след и в душе человека. Перед началом послушания обязательно молимся. Внимательно очень совершаем прошение Божьей Матери. И после послушания, когда вот если он остается, вместе становимся, благодарим Господа. И бывает так, что идет всеночное бдение, а мы еще на кухне до 10, до 11 часов. И приходим уже на всеночное бдение, измученные, уставшие, но сделавшие свое послушание. Слушание на просходника сказать не назвать легким. Во слово Божие Господь помогает. И после замеса теста вечером мы ставим на печь и до утра, до раннего утра, даже можно сказать ночью встаем, приступаем к выпечке просфор. Сам процесс начинается с молитв и во время делания просфор один из просфорников гласно, устами произносит Иисусову молитву. Если один устает, другой начинает творить молитву. И помогает от болтовни, от какого-то рассеяния. Ну и от молитвы освещается, чтобы чинно все было так происходило. Ну и как бы монах должен непрестанно молиться. Слава Богу за все. Yeah.
Главное — жить с Господом, пребывать с Господом. И на какое бы мы послушание ни были поставлены, где бы мы ни находились, мы должны иметь память Божию. Здесь, на ферме, братья, неся тяжелые труды, исполняя свои послушания, если они это делают, имея в себе молитву внутреннюю, имея в себе смирение, то получают, конечно, ощутимую божественную помощь. Поэтому и братья здесь, которые трудятся, будь то доер, будь то повар, или брат, ухаживающий за птицей, они исполняют свое послушание с молитвой. Прежде всего, это с молитвой Иисусовой. И в то же время, если человек, исполняя только внешние свои труды, свои послушания, он забывает о Господе, оставляет молитву, забывает свои монашеские обязанности, то такой человек очень легко может превратиться из монашествующего в простого мирского работника, который работает за деньги, а не во славу Божию, не ради спасения своей души. И сейчас мы живем в такое время, когда милостью Божией стены обители нашей восстановлены, практически все храмы и скиты восстановлены, и нам предоставлена возможность к созиданию своего внутреннего храма, к очищению своей души. И вот в 5 минутах ходьбы от фермы восстановлен Каневский скит, Каневский храм, где по благословению нашего игумена, владыки Панкратия, братья фермы имеют возможность частого посещения божественной литургии. Предоставлена возможность частой исповеди, частого причастия. И все это способствует к нашему внутреннему деланию, к возрастанию нашего внутреннего духовного человека. Земля да и грань.
жизни монастыря и каждого монаха сочетается труд и молитва. Можно сказать, что это две главные составляющие жизни каждого монаха и всей обители. Но молитва, конечно, важнее. Рано утром в 16:30 раздается стук била, созывающий братью на общую молитву в храм Божий. Но еще до этого времени братья келейно совершают молитвенное правило, творят Иисусову молитву для того, чтобы лучше подготовить душу свою к восприятию богослужения, которое собирает их воединое братство. Храмовое богослужение, именно храмовая литургическая молитва, она делает нас братством, духовной дружиной. Итак, в 5:00 начинается полуночница, затем утренняя, и каждый день в нашей обители совершаются две божественные литургии. Ранняя, братская, где присутствуют только братья, и поздняя для паломников, для гостей обители, для прихожан, для тех, кто приехал к нам сюда, чтобы вместе с нами разделить молитву, поклониться валаамским святыням. Молитвуемся пречистой Владычице нашей, Богородице и Преисподнева Марии, силу честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, и всех святых на Валаам просиявших, святых и праведных, Бога Отец и Аким и Анны, и всех Твоих святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши. Яко благ и человека любит. Природа Валаама, его удаленность, разбросанность его островов, их уединенность внушают мысль, что этот дивный архипелаг создан самим Творцом именно для монашеской жизни, для иноческого подвига. Сам образ Валаама, его крутые скалы, суровые леса, льды, камни, мхи, все это также соответствует духу русского монашества, как эти небольшие, скромные храмы, созданные валаамскими иноками на островных скитах. Но как прекрасны
эти простые храмы, как они вписаны в природу. Здесь чувствуется гармония создания Божия и создания рук человеческих, но рук, которые вдохновлены самим Богом. В старину Валаам именовали Северным Афоном, не только потому, что здесь не было мирских поселений и светских жителей, но и потому, что здесь процветали все виды монашеской жизни. И монашеское общежитие, и скитское жительство, и отшельничество. И сами виды этого жительства являются как бы ступенями духовного восхождения, ступенями к небу, потому что в идеале они соответствуют уровню духовного развития монаха. Христианин, но тем более монах, он должен быть самым счастливым, самым вдохновенным человеком. Действительно, потому что ему дано благословение знать путь. И что драгоценнее, дороже этого может быть? Ничего. Как знать Бога и знать Его волю. И жить к ней. И это на самом деле каждому доступно. Но, как преподобный Силуан говорит, что вся наша беда в том, что мы горделивы. А если бы мы были смиренными, как дети, то Господь показал бы нам все свои тайны, потому что Он любит нас. Его единственное заветное желание – это приобщить нас, каждого из нас, к полноте своей божественной жизни. Но он этого не может сделать без нашего свободного, непринужденного, любовного участия. Сознательное, глубокое служение Божественной Литургии и также сознательное, глубокое причащение святых Христовых тайн, то есть самый верный и легкий путь для духовного возрастания. Ничто, как Божественная Литургия, не развивает человека и расширяет его сердце, сознание. Это таинство спасения, жизни, мира.
Что сказать? Литургия — это все. Это чаша жизни, это наша жизнь. И, конечно, как можно сказать, что мы ежедневно и умираем, и воскресаем. Поэтому, конечно, это нелегко, очень нелегко. Не только физически, но еще более вот душевно и духовно. Когда знаешь, вот как живет мир, и литургия — это прежде всего гефсиманская молитва за мир, где вот испиваешь эту чашу скорбей мира и болезней, конечно, очень нелегко. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, падшие создание Твое. Дай мне, Господи, идти путем, которым шли все святые Твои, путем смиренного плача, покаяния и послушания. Алексея, Марии, болящие Ирины, Валентины, игумени Сергия, сестры, наносящие Афанасия, Сергия, Екатерины, болящие Екатерины, Вячеслава, Ирины, Тамары, болящие Ирины, Валентины, Дмитрия, послушницы Марии, монаха Агапия, монаха Антония, живых и усопших православных христиан. То есть возносится молитва за людей, которые подают пожертвования о своих близких. И наши братья, в частности, мы читаем череду по 2 часа, кто немощный по 1 часу. И таким образом за сутки прочитывается псалтырь и идет непрестанная молитва к Богу. И от словесе мятежно, плешма своими осенит тебя, и под крыле его надеешься, оружием будет тебя истина его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма весной тебе, к тебе же не приближится. О, бачи, очима твоего смотришь, и воздаяние грешников кутришь, яко ты, Господи,
Смоленский скит Валаамского монастыря был основан усердием великого князя Николая Николаевича Романова, главнокомандующего русской армией в 1915 году. Желание великого князя было в том, чтобы в этом скиту совершалось ежедневное поминовение усопших русских воинов Первой мировой войны. Служение в этом храме выдалось на долю иеросхимонаха Ефрема, который был духовником великого князя и находился с ним на фронте. Смоленская икона Божией Матери является покровительницей русского воинства. Мне пришлось служить в войсках спецназначения воздушно-десантных. В Афганистане я не был крещенным еще человеком. И меня, конечно, это очень серьезный вопрос волновал. Живя уже 10 лет в монашестве только, я понял, что есть более высокий стиль воинского искусства. Побеждать других – это легко, а вот победить себя сложнее. Чтобы войти в Царство Небесное, унаследовать то, что уготовано нам от сотворения мира через Рождество Господа нашего, через воскресную смерть. Но входим мы туда, когда веруем, а веруем – это значит живем так, как Господь заповедал. Вот, потому что мало, так сказать, декларировать свою веру, сказать «верую в единого Бога Отца, Вседержителя» и так до конца. А тогда мы веруем, когда мы исполняем эту веру. Вот смысл жизни каждого человека – войти в Царство Небесное через следование за Христом. Вот, ну, для меня это так. Вот, но монах тем более. Вот, он сугубо должен заботиться об исполнении этой заповеди любви к Богу и к ближнему. Единственное, что любовь к ближнему мы не проявляем вещественно, как это может проявить мирянин, да? Потому что монах от всего мирского отказался. Любовь ближнему проявляется в нас через жертвенную молитву за весь мир. Монашеский идеал, я думаю, что это простота. Вот. Мы все очень удалились от простоты, и настоящий монах, он тот самый ребенок, который войдет в Царство Небесное. Мы должны, если мы настоящие монахи, должны стать как дети. Дети, послушные своему Отцу Небесному, через послушание земному Отцу. Дети, которые всегда радуются, всех прощают, за всех молятся искренне, которые ощущают в себе вечность, которые живут уже не на земле, а на небе. Вот если мы будем такими детьми, небожителями, вот, к нам придет мир, и мы его утешим, напоим, накормим Словом Божиим, благодатью, благословением.
Подвиг монашеской жизни заключается как раз в уединении. Монах – это монос. Он является вот схимник. Схимник – это является молитвенником за весь мир. То есть молитвой держится весь мир. Если убрать молитву, мир не продержится и одного дня. Поэтому вот эта бескровная жертва Господня, молитва старцев, которая держит весь мир. Вроде как эгоистически удалиться от всех и все. Но дело в том, что как раз-то монахи любят людей больше всех, потому что они как раз пребывают в молитве, в подвиге за весь мир. Силам подвязаемся, так слава Богу за все. Это уединенное место очень тут хорошо, очень нравится и благодатно. Чувствуется благодать от всего Валаамского острова, чувствуется на Святом острове. Так что и отсюда и уезжать никуда не хочется. Так. Находимся на скиту Иоанна Предтечи. Это один из самых строгих скитов Валаамского монастыря. Остров назывался в древности Монашеский. На этом скиту подвязались духовные старцы, в основном схимники, схимонахи. Начиналась жизнь с общежития, заканчивалась скитами, которые располагались на главном острове, это Сисяцкий, Никольский, Смоленский скит. Вот. И уже как один из самых строгих скитов, как последняя ступенька, это вот Предтеченский скит.
Мне хотелось бы сказать по любви к вам, чтобы вы поняли мою немножко внутреннюю жизнь. Вот. Чем монахи живут и ради чего они живут? Ради истины, ради открытия. А истина – это Христос. Это чистейшая истина, непогрешительная. Вот. Господь, Спаситель наш, Иисус Христос, отдал себя на распятие, своих учеников обучил, вот, и умер ради нас телесно, вот, плотью, чтобы возродить нас в духе. Его кровная жертва нам показывает в литургии бескровную жертву. Что он сделал со своим телом, отдал его на распятие добровольно, то же самое мы должны сделать своей душой. Первое дело – это очистить свою природу, какую мы чистую от Бога получили в лице Адама. Надо возвратиться теперь к такому состоянию, из которого мы падали. С горы падали, а теперь уже надо трудами подниматься на эту гору. Легче было катиться с горы вот, в своих грехах и пороках. Вот, а на гору подниматься тяжело. Вот монах и становится в это положение. Вот, то есть отдает себя в жертву миру. Как и апостол сказал, что я распят для мира и мир для меня. Так вот этот момент – это смысл монашества. Смерть страшит всякого человека. Кто из нас не испытал ее ужаса, ее отвратимости, ее холода, когда мы стоим пред гробом близкого, любимого человека? Но странным образом смерть монаха редко вызывает слезы окружающих его братьев, хотя, быть может, уходит брат очень близкий, любимый брат. А чего так? Только ли дело в вере нашей, в бессмертии души? Нет, не только поэтому. Неизвестным, таинственным образом душа монаха, утонченная молитвой, постом, трезвенная, чуткая душа, предузнает участь почившего собрата. Мы были свидетелями дивной пасхальной радости при гробе новоприставленного старца, потому что чувствовали, что он, исполнив свое предназначение, светлым, преображенным Духом Своим, предстоит престолу Божию, что Он, преодолев все преграды, все трудности, все препятствия своей земной жизни, поднялся к небу и уже вкушает вечную Пасху в Царствие Небесное.